Привет! Привет! На канале Милскейки. Мы сегодня будем временные шарики делать, да? Не сначала делать, а потом, да? У нас будет шарик большой такой, красный, красно-розовый. Будет маленький зеленый или наоборот, неважно. И еще один маленький желтый. Ну, то, что большой должен быть розовый, то точно, потому что у нас две пачки только, вот клубника, малина. Вот эти ты можешь менять, если хочешь. Тут зеленый и желтый, то есть киви и ананас. Вот это мы можем выбирать, а большой только розовый. Мы в шарике сделали дырочку, чтобы заливать сюда. А это мы делали когда-то... Mad Lab, помнишь, у нас были шарики? Надеюсь, что оно не будет вытекать через эти дырочки, и мы сможем сделать тоже шарик. И последний, вот такой большой-большой шарик. А тут у нас когда-то бегала мышка, помнишь? Не мышка, а скунс такой розовый бегал и пищал там что-то. Мы тут тоже все дырочки позаклеивали. Сейчас еще надо заклеить вот эту вот шов, чтобы он не вытекал, да? И будем заливать. Давай сейчас пока заклеим. У нас есть такой вот скотч интересный. Я хочу приклеить. Я тебе дам, а ты продолжишь. Оп. Давай, приклеивай. Приклеивай дальше. Растягивай. Угу. Еще. Прокручиваем. Так, еще. Так, все, надо отрезать. Чик. О, все, наш шар полностью готов. Это потом, получается, надо будет весь этот скотч снять, когда мы будем уже доставать наш желейный шарик. Одну дырочку только мы оставили. Ну что, вот этот? Давай начнем с самого маленького делать. Давай. Вот этот попробуем залить и посмотрим, или вытекает из него водичка или нет. Но он может быть либо желтым, либо зеленым. Выбирай. Желтым. Высыпай желейку желтенькую сюда. Есть. Теперь надо налить водички и перемешать. Держи. Давай, размешивай. У нас такие мишки были. Да, мы делали мишки такие желейные. Ну, ризотто. Сейчас мы его еще немножко на плиту поставим, чтобы растворилась вся желейка. И будем заливать. Хорошо. Пошли на кухню. Пойдем. Пошли. Давай заливать. Давай заливать. Наша желейка растворилась. Пробуем налить. А ну-ка. Надеюсь, что через дырочки не будет убегать сейчас. Так. Есть. Даже чересчур. Или мы потом лишнее отрежем, если что, да? А пузырьки выходят. Не капает снизу, видишь? Чуть-чуть капельки выступили, и все. Так что очень хорошо. Первый шарик у нас, ну, можно сказать, готов. Ну, давай, открывай, высыпай сюда. Хорошо, открывай. Есть, высыпай. Полностью. Воды, а я буду сыпать. Да? Это надо так по... Это так по рецепту надо? Да. Ну давай. Вот так вот, да? Угу. О, где-то так. Ну, красота. Бери, перемешивай. Видишь, какое зеленое? Как киви. Ну, можешь облизать ложку, попробовать, какой оно на вкус. Ну как, вкусненько? Ну давай, пошли опять на кухню, его нагреем и будем заливать. Давай. Дон-дон-дон. Теледон-теледон. Наш зеленый уже готов. Зеленая желейка. Люблю. Ммм, какое сладкое. Так, нам надо теперь как-то залить сюда. А как нам в такую маленькую дырочку попасть? У нас есть лейка, но лейка сюда не пройдет.
она большая. А давай-ка мы этот шарик твой оденем на леечку. Так, и обрезаем теперь. Чик. И теперь наша леечка будет вот такая. Шарик в дырочку. Оп. И попробуем залить через шарик. Давай. А ну-ка. Ну, наливается? Да, уходит. Чуть-чуть наполняется наш шарик. Видишь? Полный становится. Ой, выходит, выходит лишнее. Ну, пускай выходит вместе с пенкой. Пенка нам же тоже не нужна там. Потом будем убирать на столе. У нас уже вон лужа желейная. Я буду его пить из трубочки, как кофточка. Не, ну желейку не пьют из трубочки. Желейку мы дождемся, пока она застынет. На столе? И на столе тоже. А ну, вот так вот раз. Знаешь, может даже и лучше. Вот лишнее вышло и пенка чуть-чуть вышла. Ну что, я думаю, надо его вот так вот аккуратненько и оставить. Пускай себе застывает. А мы перейдем к розовому. Это клубничка. Сейчас даю еще малинку. О, клубнично-малиновое желе будет такое. Обалденно вкусное. Держи. Полностью высыпать надо. Ага, вот так надо. С двух пакетиков сразу. Все, готово? Давай, заливаем водичку. Буль-буль-буль-буль-буль. Готово. Бери, перемешивай и на огонь. Пойдет? Готово? Попробуй. Ну как? Сладкое? Да. Ну пошли на кухню его греть. Чтобы наш шарик не убегал, не катился, мы его в кастрюльку вот так вот поставим. Да? И сделаем такой же фокус-покус, как мы делали с тем предыдущим. Шарик сюда в дырочку. О, он прозрачный, видишь, тут все будет видно. Если предыдущий шарик плохо было видно, то через прозрачный будет все видно очень хорошо. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ты видишь это? А что, не течет? Шарик где-то прижался, видимо. О, вот так. Пошел заливаться. По чуть-чуть, помаленько. Видишь? Мяу. Наполняется, становится розовым шарик. Мяу, тепло. Ой, даже горячо. Так тепло, что даже горячо. Все, полное. Алкоголь. Видишь, какая? Пенка не горячая. Ну что, оставляем наш шарик, чтобы он Ой. Застывал, да? Давай еще чуть дольем. О, смотри, пена пошла. Ну все, оставляем наши шарики, пускай они застывают. Где-то в холодильник их, наверное, поставим. А потом, когда застынет все, достанем и посмотрим, что получится, окей? Да. Наши шарики готовы! Да, они постояли пару часов в холодильнике. Замерзли и, о, даже прилипли вот к стаканчику, видишь? Давай доставать. Начнем с самого маленького? Да. Давай, вот интересно. Я его буду. И попробуем, да. Я не знаю, надо было, наверное, еще отвертку какую-то взять. Или как попробуем ножничками расковырять. А то оно там так приклеилось. Да, аккуратненько. Да. Аккуратненько. Аккуратненько, да. О, получилось. Аккуратненько? Аккуратненько получилось, да. Оп, смотри, как медлеп. Он такой прикольный. Опа, опа, смотри, он как шарик. Я думал, вот эту штучку буду отрезать, но мне она нравится, я не буду отрезать ее. Как тебе? Прикольный такой, да? Ну, попробуй. О, Катя отгрызла штучку. Все, у нас остался шарик. А ну, прыгает. Смотри, он еще и попрыгунчик. Ну, конечно, он такой тяжелый попрыгунчик, не сильно прыгает. Дай. Пока Катя играется желтеньким, а я попробую достать зелененький, да? Этот достать будет сложнее. Для этого шарика я приготовил плоскогубцы. Сейчас попробую как-то порвать его. Сильно мягкая резина, видишь, это не резина, а пластмасска шариковая. Ага. Мы ее рвем, а она тянется, не рвется. Ну ничего, сейчас вот чуть получается. Главное не порвать наш шарик. Да. Ты аккуратненько этот шарик открыл.
даже не лезешься вот этим шариком. Я придумал, его можно вот как картошку вот поддеваешь и вот слегка вот так вот. И по идее я не резал шарик, а ну, не шарик не порезанный наш, а только вот скорлупка. Наверное, так я и буду его открывать, чистить, да, как картошку. Мы любим картошку кушать. Да? Да. Как свинка Пеппа. А свинка Пеппа тоже любит картошку? Угу. О, смотри, как у меня получается. О, когда уже много снято, уже легче. Смотри на это. По-моему, сейчас будет... Ура. Я хочу кушать. Пробуем. Вот он, вот он, вот он. Потихоньку отслаивается. Есть. Вот, смотри, какой красивый. А дай два вместе покажу. Вот, желтый и зеленый. Видишь, какой красивый? Глаза. Глаза, да, такие вот у Кати будут глазки. Так, давай, ты пока держи эти, а я пока попробую достать красный. Смотри, глаза. Да, у тебя глаза. А я попробую вот этот скотч снять, который мы прилепили перед видео, и отклеить. Ну и как, вкусный? Это киви, да? А сейчас я достану яблочко, не, малинку и клубнику. Сейчас я его достану. Так, как, откуда начинать? А вот, 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 вот. Новый шарик. Ага, этот мы уже рвать не будем, этот надо открывать как-то аккуратно. Надо было плоскую отвертку еще взять, вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Аккуратненько. Хорошо. Мы все аккуратненько достаем. О, что-то получилось у меня, Катя. Что-то получается. Тра-та-там, тра-та-там. Я всем мило. Всюду, всюду, всюду. Сейчас, вот уже всюду, он отслаивается. Всюду, всюду, всюду. О. О, это отсюда мы заливали. Осталась такая дырочка маленькая. Даже не дырочка, а след, как пупок. Вот. А вот и шарик. Давай, отлипай уже. От формы своей. Ой, 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 ой. О-о-о, помаленьку отходит, видишь? Ой, 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 ой. Есть. Он такой тяжелый, Катя. Я тебе скажу, что реально он очень тяжелый. Попробуй. Над столом. Скажи, тяжеленный какой. А ну, вкусный? Самый вкусный, самый маленький. Что, желтенький и самый вкусный, да? Вот так вот. Мы думали, что клубничка будет. Ой, а пахнет, вот это очень вкусно пахнет. А ну дай желтенький понюхаю. А ну. Этот не такой ароматный. А ну этот. Вот, по-моему, красный самый... Ой, я уже принюхался. Ну, по-моему, красный самый ароматный. Шарик такой, да? Можно играть в футбол с желейными мячиками. Но он такой реально... А ну. О, прыгает, смотри. Дай легонько. Дай легонько пущу. Ты это видел? Аж стол дрожит. Ого, ну ты даешь. Класс, да? Такой дрюдрюсь. Ух ты, класс. Супер класс. А ты знаешь, у нас получился светофор, только какой-то немножко такой. Красный самый яркий горит, видишь, самый большой цвет. Потом желтый, потом... Ой, наоборот, вот так. Красный, желтый, зеленый. Вот, видишь, какой у нас светофор получился. Маленький желтый, огромный красный и такой среднезеленый. Нет, середине такой. Вот так? Середине не такой, середине не такой. Ну, да, можно и так. Так, светофор. Горит. Все, теперь можно угощать Макса желейкой. Я буду вот этот. А как мы будем угощать? Может, мы их порежем по кусочкам? Вот как апельсинку какую-то или там киви тоже, да? Бух, реально, вот Катя кидает, аж стол дрожит от него. Ду-ду-ду-ду-ду. Такой аж стол дрожит, действительно. Чувствуешь, как прямо как так? Как розовый мой, который пластмассовый. Да? Классный. Вообще, очень прикольно получилось у нас с этими мячиками. Ду-ду-ду. Как лизун липучий. Да, он немножко так прилипучий, но классный, не сильно это липучий. Это лизун. Лизун? Ду-у-у.
Ой, аж на камеру сбил. Чуть не сбили камеру. Давай полезем самый большой. Вот этот, вот этот, вот этот. А, то есть что, все порежем? И будем руками. Не, будем кушать, да? Да. Руками будем кушать и рвать. Да, рвать зачем? Давай его разрежем. Нашу красоту вот так вот. А ножик даже не сильно идет туда. Вот, он лоб. Сначала я разрезал, а дальше он лоб. Смотри, какой он прикольный. Смотри, какой он классный. Я хочу есть! Давай я порежу, половинку порежу, да? Да. Половинку оставлю, а половинку порежу. Давай, забери ручки. Опа! Так. Я буду этот кусочек. А бутерброд мы делаем. Бутерброд? А, это гамбургер можно сделать, да, такой? Давай, вот это сильно много будет. Давай вот сейчас на кусочки. А так, чик, чик. Ой, дольки не хотят резаться. Аккуратно надо резать. О, это кто любит желейки? Вот, пожалуйста. Приятного аппетита. Ну что, пробуем, Кать? Да. Ну, я тоже попробую. Клубничная, малиновая, вместе. Эти режем? Зеленые и желтые. А из зеленого можно попробовать сделать гамбургер. Хочу. Давай, смотри. Надо разрезать его пополам. Оп. Да. Посерединке поставить вот немножко красного. Немножко. Немножко желтого. Да? Давай. Режем? Я поставлю. Хорошо. О, этот самый твердый. Я еще отрежу половину, тоненькую. Вот. Нужно поставить немножко желтенького вот сюда. Немножко зеленого. Зачем ты оторвала? Я думал сверху поставить. Смотри. Вот так вот. Раз. Немножко, смотри. И гамбургер. Еще. И немножко зеленого, ну ставь. Все. И смотри, какой у нас получился желейный гамбургер. Еще половину. А с кем, я не знаю, какой-то очень большой гамбургер получится. А у нас такой прикольный. Смотри, какой гамбургер. О, еще сверху вот так, да? Давай. Раз, два, три. Давай все выложим на гамбургер. Может, на тарелочке тогда его делать? Не, на столе? Давай, чтобы видно было, что у тебя там за чебуратор получается. Отойди, камер мой. А что это ты строишь, скажи? Бутерброд. Это такой бутерброд? Угу. Ну, ты выдумщица. Руки такие у него. А, так это как робот получается. Вот так? Ну так что, ты закончила уже? Смотри, какой гамбургер. Катя, это у тебя не гамбургер, а какой-то завал желеек там получился, да? О, ням-ням-ням-ням. Ну и как гамбургер? Вкусный? Ну, молодец. Постаралась сегодня на славу. Вырастила шарики большие и даже слепила из них гамбургер. Смешно у меня гамбургер получился. Точно, разноцветный такой, как робот. Ставь лайк и подписывайся на встречу. Всем пока, всем пока, всем пока. Пока, пока, пока. Смотри, какой робот.